Личный состав Росгвардии присоединился к акции «Дарите книги с любовью». Классика, зарубежная литература, детективы, философия, а также энциклопедии, биографии, книги по личностному росту и для развития эрудиции. Всего около 60 изданий сотрудники передали Центральной городской библиотеке имени Дмитрия Гусарова. Участие в этой акции для сотрудников и военнослужащих управления Росгвардии стало доброй традицией. В этом году передать книги от лица всего личного состава доверили капитану Ивану Назарову. По его словам, эти книги сотрудники прочитали сами, а теперь решили поделиться с жителями Петрозаводска. Интересно, они будут читателям любого возраста. И добавлю, территориальное управление Росгвардии и городские библиотеки регулярно сотрудничают. Кроме этой акции, личный состав Росгвардии также участвует в презентациях, круглых столах, а также проводит для школьников тематические встречи, на которых рассказывают о службе и особенностях своей профессии.